Всем привет, дорогие друзья, вы на канале Gamer Russia Mobile, с вами я, Бима, и сегодня мы вновь поиграем в Террарию, это наша шестая часть. Ох, как долго я ее ждал. Так, вы ничего не видите сейчас? Это я выкину. Так, это мы находили. Это тоже я. Так, смотрите, дорогие друзья, я много нового сделал. Покажу, расскажу вам сейчас для начала. Так, смотрите, я тут сделал декорации такие. Добавил сундучки, по-моему. Не помню точно. Так, из руды у меня, по-моему, ничего нового нету. Я старался не бегать, я только декоративными вещами занимался. Так. Еще что? Книжки поставил. Не помню, были ли они или нет. Я сделал грибное биом. Тут, ну, короче, не грибной биом, а... Ну, да, это грибной биом, а так тут просто же ферма. Так, тут у меня тыковки растут, я могу их садить, короче. Из тыковок я сделал себе броню, надо ее надеть. Ну, башка надета. Хотя у меня башка, по-моему, другая есть. Я просто играл помимо этим персонажем в другом мире. Потому что очень хотелось поиграть, пока был в отпуске. Так. Давайте возьмем броню. Так вот, найти бы ее. Я же ее не выкидывал. Так. Да. Не помню. Так, давайте, короче, зайдем в другой мир. Ой, так, ну это будет такая вновь начинающая серия. Будем тут исследовать заново. Так. А, потрёпанная ткань, не помню, была ли она у меня или нет. Так. Черепок. Маска скелетрона, кстати, прикольно. Ну так, средненькая. Так, так, так. Бомбочки заберу. Да. Ну вот, тыквен грудак точно был. Так. Так, что тут? Ничего, тут ничего. Блин, куда я броню подевал свою? Неужели я выкинул? Я уже вон сделал такую броньку. Багровый нагрудник. И походу я ее заберу, дорогие друзья. Но я ее потом выкину. Я когда сделаю свою нормальную броню, новую. Я тогда эту выкину. Просто на первое время. И уж извините, то что я, может сказать, читерил. Но хотя я честным путем ее добыл. Так. Так, 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 что тут у нас? У меня тут тоже шахта. Ну давайте выходить. Так, в Лолипоп опять зайдем. В Лолипопу. Что у нас тут есть нового? Точнее, не нового. У меня есть мячик. Можно поиграть мячик. Тыковки. Ну, у меня тут не все разложено. Я тогда выкинул все вещи сюда. Так, монетки. Монетки для меня пусть будут. Что у меня тут по руде? Демонитовые слитки, окей. И, короче, дорогие друзья, в этой серии мы пойдем с вами в наше измерение. И будем добывать теневые сферы и вызывать тем самым босса, так как просто вызвать его, это очень долго. Ну и тем более, с теневых сфер падают шняги разные. Так, сейчас нам нужны бомбочки и слизь. Так, так, так. Еще бы оружие какое-нибудь дальнего боя. Ну ладно, возьмем сюрикены, еще бомбы. И слизь надо поискать, где она может быть. Так, слизь, слизь, слизь. Так, нам в гости глазик стучится.
хочу открыть тебе глаз. Давай, привет, доброе утро. А теперь доброй ночи. Так, ну иди сюда. Оп. Так, так, так. Я тут еще все сгладил. Сейчас давайте вам покажу. По-моему, при записи я вам это не показывал. Вот все так гладко, красиво. Зомби. Так, гладенько тут все. Так, можно перепрыгнуть. Оп, оп, оп. Все тут. И вот оно, это измерение. Но сейчас мы туда не будем спускаться, хотя надо бы. Так, нам нужны факела, факела. Факела, вот 54. Хилки, хилочки. Подготовимся. О, вот она, и слизь. Так, ну и хорошо. Бомбы, бомбы, бомбы сделаем. Бомбу липучку. Так, вот и все. Сложим сюда слизь. Так, тут у нас есть всякие зелья. Так, ладно, зомби, прости, мне надо и бежать. И давайте не будем терять ни минуты и пойдем сразу же. Блин, я забыл кирку. Она у меня вообще есть? Я же ее не выкинул, вроде как. Блин, я, походу, дорогие друзья, выкинул кирку. Ну ладно, выкинул, тогда сделаю новую. Из платины бы лучше, конечно. Ну ладно, что нам? Платину-то не жалко. Хотя кого я обманываю? Эх, ну ладно. Нароем еще платины. Где дерево? Походу в том же мире, в том другом мире, блин. Дорогие друзья, извините, за что я перехожу из мира в мир. Я бы это все делал на паузе, блин, но это очень-очень долго. Ну, я имею в виду, я уже включил запись, я думал, то, что все выложил в тот сундук, давно просто не играл. Так. Где деревяшки? Вот они. Оп. Так, ой, а что это у нас не забралось? Вот это шняга. О. Так, все. Сейчас сделаем тут же сразу же кирочку себе платиновую. Так, и все, и выходим с этого мира навсегда, надеюсь. Так, ладно, давайте лолипоп. Лолипоп, лолипоп. Так, ладно, все, теперь побежали быстренько. Убьем босса этого, нам очень нужна, потому что это новая, не новая, ну да. Новые осколки там, потому что будет оружие какое-нибудь, а из оружия к нам придет NPC-шник с оружием, мы у него купим мини-акулу, убьем скелетрона, со скелетроном. У него там шняги тоже добудем разные. Тихо, уйди. Так, со скелетрона, короче, там тоже шняги добудем. Ну, короче, так будем развиваться потихонечку. Так, что там? Давайте. Ой-ой-ой-ой, накидал бомб. Так. И там тоже будем еще. Так, тут еще одну. По-моему, тут есть... какая-то закономерность. О, нам мушкет выпал. Это значит, что к нам придет NPC-шник. По-моему, тут есть какая-то закономерность, то что через... Ну, каждый, если, к примеру, мы еще одну теневую сферу сломаем, то 100% шанс, то что к нам придет босс. А босса бы убивать желательно вон там. Только, походу, придется его здесь убивать. Ну, ладно. А, нет, смотрите. Вот, все. Вот он уже. Пришел. Так, блин. Вот он. Он вообще такой злой. Страшный, стрёмный какой-то он. Блин. Больно.
Больно бьет. Где у него вообще хп? О. Руда. Так, блин. Самое печальное, если мы сейчас некоторые блоки останутся в этом... В блоках, короче. Его руда. Кусочек ткани или что там было написано? Да, кусочек тени. Нам они нужны. Так. И нам бы, по сути, его еще бы пару раз убить. Ну, не пару раз, точнее, а еще один раз нам нужно его убить. Чтобы нам хватило на броню. Эту броню мы выкинем, так как, ну, я, может сказать, нечестно ее заработал. Точнее, не в этом мире. Просто хотя бы, чтобы он нас этот босс не убил. Так. Опа, все. Все, всех собрали, да? Так, окей. Что у нас там по... Опа, нам сфера тени. Волшебную теневую сферу создает. Давайте вызовем. Это, по-моему, ну, такой светящий шарик. Да? Он на время или, по-моему, навсегда? Ну, пока он тебя внутри. Так, мушкет и шар боли. Больной шарик такой еще. Уа! Фух! Так, всех будем бить. Оп. Ладно, давайте побежали домой. Возьмем руду и сделаем себе блоки, точнее демонитовые слитки. Сейчас надо будет нам много чего делать. Первым делом. Сделаем новую и кирку, кошмарную кирочку. И грудак. Все. Но нам на этот раз не хватает слитка. Ну ладно, в принципе нормально. Давайте заменим. Хотя я бы лучше оставил сет, ну ладно. Вот. Кирка новая. Так, это в сундук. Сундучок. Так, и еще. Нам надо достроить домик. Точнее, не достроить, а построить. А, тут есть две комнаты, так что заселяйтесь, милости просим. Фу, так, что там с тыковкой у нас растет? Она, кстати, очень быстро растет, давайте соберем ее. Оп, 7 тыковок. Оп, 17. Я сделал броню как декоративную, но уже она мне не нужна. Мне вот этот костюм нравится, я не знаю, он как чего-то напоминает. Он мне напоминает во все тяжкие. Не знаю почему. Опа, все. Символ. Привет, братишка. Мне сколько денег? 16. Эх, господи. Так. Ой, так, мы убили босса, а мы теперь можем призывалку посмотреть, как делать. Кровяной позвоночек. Опа, тыквенный пирог. Давай-ка сделаем тыквенный пирог. Сколько у нас там? Это вот 25. На чем это делается? Это в печке. Печке? Странно. Так, ладно. Ну, конечно, что, ничего странного. Так, кожа. Сколько у нас, кстати, гнили? Гниль тоже нам очень нужна будет. Так, тыквенный пирожок. Оп. Так, гнили у нас 28. Ну, что 228. Так, оп. Оп. Блин, у нас сейчас домик не какой-то. Не очень большой. Ну ладно. На. Оп, съели. А, он только повышает характеристики. Опа! Мне кажется, или стал намного быстрее. Крутить мечом, мне кажется, стал быстрее. Да, по-любому быстрее. И бегать стал. Вау! Так это, этими дартами я буду жрать теперь всегда. Офигеть. Ё-моё. А копать тоже? Ну копать вроде так же. Не, ну так вообще стрига пила. Ура! Здесь же еще вообще какие-то мечи, которые вообще его супер быстро и режут. А если еще с этим, то вообще так молниеносно так. Пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам. Так, ладно.
Мы убили босса с вами, червячка. У нас появился новый житель. На этом, наверное, серию закончим. Она идет всего-то 15 минут, но... Ну, это я только прилетел все-таки и сразу же начал снимать. Даже дня не прошло. Так, не, ну... На этом все, дорогие друзья. Следующая серия будет подольше. А то я в один день снял вот эти серии. Что-то я устал чуть-чуть. Так. Следующая серия у нас будет по Angry Birds. Хотя не знаю, стоит ли его дальше снимать. Опа. Знамя слизня. Ух ты. А, по-моему, у нас была такая. Но все равно прикольно. Так, давайте будем вешать у нас. Оп. Или, по-моему, я там где-то внизу вешал. Да. Разные знамя вешал. Что? Отдай. Оп. Я не знаю, мне интересно, со всех ли мобов может выпасть такое вот знамя? Так, ну ладно. Ну что, дорогие друзья, всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал. С вами был я, Бимов. Были на канале Gaming Russia Mobile. До новых встреч!